Друзья, всем привет! У нас небольшая новость. Мы в рамках нашего магазина Пневмат24 собираемся организовывать страйкбольные игры. То есть буквально весной сейчас уже начнет теплеть, и мы потихоньку начнем двигаться в это направление. Что у нас есть? У нас есть все необходимое оборудование. У нас есть друзья в Завидово с большим полигоном, с большим зданием, где можно интересно поиграть. И мы хотим организовать действительно грандиозное событие, где примут участие несколько сотен людей. Это будет не просто игра, в которой вы приедете, постреляете, уедете. Это, возможно, будет ночь, возможно, будет две ночи с палатками, шашлыком, все как положено. То есть полноценный активный отдых. И, собственно, для чего мы записываем это видео? Сейчас мы собираем команду и мы ищем людей, которые как-то связаны со страйкболом. Может быть, вы были организатором, или у вас есть опыт в проведении этих игр, или вы какой-то суперкрутой мастер, который знает, как это все нужно делать. В любом случае, если вы хоть что-то знаете и думаете, то, что будете полезны в совместной работе вместе с нами, то пишите в комментариях. Я также оставлю ссылку на себя под этим видео в описании. Можете написать мне в личку. Чем вы можете быть полезны, какой у вас есть опыт в страйкболе. И, возможно, мы с вами запартнеримся и вместе сделаем этот небольшой проект. Большое спасибо за внимание, жду ваших сообщений. До скорых встреч!